Всем по привету, всему свету. А я сегодня приехал в Савино, к Лене. Вот. Будем сегодня здесь попробовать собирать у нее грибы. Так как я вообще у нее не был никогда на даче. Мне просто интересно. Вот. Говорю, как тут что, заснять обстановочку. Сейчас вам тут тоже покажу, какой у нее дачный домик, там все дела. Вот. Покажу быстренько огородик. И сегодня будем готовить на мангале вкусные шампиньоны фаршированные на гриле сделаем. Я купил уже угля, все там прикупил. Сейчас пойдем заниматься. Ну, рецепт весь увидите, в общем, засниму. И будем еще картошечку на мангале сделаем там. И сходим за грибочками обязательно в лес. Вот. Так что будем работать пока на мангале. Мангал здесь вот такой. Здесь есть старая, как она сказала, это дедушкина конструкция, типа выведена труба, и это, я так понимаю, коптилка. Можно работать с этим мангалом, можно работать с таким вот маленьким. Нам, в принципе, и вот здесь вот хватит поработать на маленьком. Не будем большой дедушкин этот мангал трогать. Вот здесь сейчас старый высыпем, свежий запустим и все сделаем. Но сделаем, естественно, сначала все зафаршируем, грибы помоем и замаринуем, чтобы они у нас пока пропитывались. Маринад все покажу, все засниму. Ну а по огороду в целом вот такой вот дачный участок. Здесь вот у них сарай. Здесь держали коз, свиней, курочек раньше. Сейчас уже ничего этого нету. Вишенка, малина. Кстати, малина очень поздняя. Так что здесь немножко цветочков. Так как малина поздняя, видите, она еще у них растет. И ее довольно-таки прилично много. Вот. Так что вот такой вот. Здесь вот у них обычный сарайчик. Обычный просто хлам. И всякие принадлежности нужные. Так что в огороде уже ничего не растет практически. Скоро все отходит, уже осень. Так что вот такие. Ну вот калина еще есть. Калина крупная, хорошая, но мало. Они в том году сказали, сучок срезали, из-за этого мало выросло. Вот такой вот домик поделен на две части с соседями. Такой вот небольшой дачный участочек. Так что надеюсь, хоть здесь. Потому что я ходил в Иваново в Суховку, я ходил, ездил в Залесье. Мне нигде не удалась удача больше найти нормальных грибов. То есть ни одного белого я не нашел, ни одного серого нынче. Потому что в наших лесах их вообще нет. Поэтому попросился приехать сюда, в Савино. И надеюсь, хоть здесь нам улыбнется удача с грибами. Ну, посмотрим, что будет. Может, поганых насобираем. Но пойдемте в дом, быстренько покажу вам, как обстановка по кайфу, и будем заниматься. О, Саша! Ку-ку! Обстановка по кайфу. На входе сразу нас ждут лосиные рога. Это моя вешалка. Так. Вот Сашок. Здесь комнатка. Это, так я понимаю, домашняя библиотека. Сашок тут играется. Вот. Так что мы сейчас включили котел и прогреваем дом. А то дом уже был выстужен. Так что все тут уютненько. Обстановка по кайфу. Вот Ленок. Главная хозяюшка этого заведения.
А это мы на кухню перебрались. Сейчас тут будем все кашеварить. Все тут есть, и стиралка, и плита, и электричество проведено. То есть не как у меня в Залесье обычный домик. Здесь, конечно, люди живут, и тепло, и котел есть, и колонка для горячей воды, и душ, и ванна, все есть. Так что вот сейчас занимаемся, пока грибочки наши отмачиваются. Я думаю, сейчас все будет красиво. Ребят, кто-то хочет шампиньоны мойте, кто обычно моет, я счищаю с них прямо кожу и пленку. Всегда на этом видеоролике это показываю, как это делать. Аккуратненько ножиком, и она прям слазит, как со змеи. В общем, ножку вынимаете из грибочка, юбочку вот эту обрезаете посюда. Грибы нужны крупные для мангала, но у нас так как были все мелкие, я уж купил какие есть. Будем фаршировать маленькими, значит. И в общем, на выходе должна у вас получиться вот такая вот шляпка. То бишь, я здесь вот это все почистил, ножом соскоблил вот эту пленку с шампиньона. Внутри вынул ножку и вот эту юбочку ложкой чайной тоже всю выскоблил, потому что побольше влезло сюда фарша. А ножку пока откладываем в отдельную тарелочку. Потом это все нам пригодится, это все не выкидывать, это все нарубим, перемолим фарш и туда же с этой начинкой запихаем обязательно обратно. Так что это все не отходы. В общем, сейчас будем пока заниматься подготовкой. И у нас есть еще молодой картофель. Свой с огорода маленький. Как раз сейчас его на шампурике наденем, он у нас пропечется быстренько. Тоже будет как гарнир грибам. Решили мы все-таки переиграть и не делать картошку на шампурах, а сделаем ее в фольге. Так, сейчас Лена сюда полила подсолнечного масла, посыпала укропа, посыпала паприки, посыпала соли и черного молотого перца. Сейчас все это в масле подсолнечном перемешаем и в фольгу понесем. Так отдельно. Да, Ленок? Да. Молодец. Готовь. А у меня тем временем грибочки один сломал, но я его косяк. Давай соль. Вот. Отходи. Все, я уже в предвкушении. Так, замешиваем быстренько фарш. С Леной взяли, мы решили куриный. Вот, мне кажется, он быстро приготовится и будет посочнее и повкуснее. Кто-то готовит на говяжьем, кто-то на свинине, на говядину. В общем, какой любите, такой и выбирайте на выбор. Мы взяли куриный. Сюда уже положили немножко чеснока, сейчас выжмем, порежем лучка. Добавили соль, черный перец по вкусу и нарежем наши ножки шампиньонов, которые, в принципе, не вошли туда. И будем фаршировать наши грибы и понесем на мангал. Да? Да. Так, точно? Точно. Все правильно я сказал? Да. Так, у Лены нету уже сил. Она обессилила совсем. Так, кто тут за баловник с косичкой? В общем, получилась вот такая вот красота. У вас должно получиться так же. Так как у нас Сашенька спала, наступил тихий час, я ничего не озвучивал, так что озвучу вам сейчас. Добавляем мы в маринад для грибов майонез, перец черный, молотый, паприку. Выжимаем туда несколько зубчиков чеснока и кладем соевый соус. Забегая немножко вперед, соевый соус мы положили из роллов, так что грибы у нас немножко получились сладковатые на вкус. Вот, кто любит немножко сладковатый такой соевый соус, то можете, у вас получится пикантные шампиньоны, сладковатые. Или добавляйте обычный соевый соус, они у вас будут соленые, тогда солить не надо. Так что вот такая красота. Грибочки пока маринуются. Фаршик уже готов с укропчиком, с чесночком, лучком и с грибами. Сейчас будем заправлять туда ложечку фаршика и понесем разжигать на мангал. Сейчас мы сначала пойдем делать курицу. Лена нам замариновала курицу. Так что мы ее сейчас сначала в первую очередь пожарим, пойдем, а потом уже грибочки с картошкой доделаем. И будет у нас сегодня вечер
танец живота. Готовим вкусно, вкусно, готовим вкусно, вкусно, готовим вкусно, вкусно, готовим очень вкусно, готовим вкусно, вкусно, готовим вкусно, вкусно, готовим вкусно, вкусно, готовим очень вкусно, готовим вкусно, вкусно, готовим вкусно, вкусно, готовим вкусно, вкусно, готовим очень вкусно, готовим вкусно, вкусно, готовим вкусно, вкусно, готовим вкусно, вкусно. Готовим очень вкусно! Угля просто очень много запихнули, мангал маленький. Надо, чтобы он немножко попрогорел и поосел. Или часть потом будем выкидывать. А то высоты очень много, не знаю, как поставить пока. Надо ждать, когда он попрогорит, в залу превратится, в общем. До хрена я высыпал, надо было сначала пол мешачка. Чё-то я лишканул. Ну ладно. Так, картошечку я пока принес. Вот, из нее тут аж даже вылилось уже масло. Но ничего страшного, курочку тоже пока принес. Вот, сейчас пока две порции вот этого запихнем. А в последнюю порцию будем грибы уже жарить потом. Дабы, чтоб они, их не надо делать на сильном углях, на сильных, чтобы они сразу сгорали. Потому что грибочки уже, когда там уже потухнет более-менее костерок, вот там их в последнюю очередь уже приготовим. Вот. Так что сильный жар им не нужен, тем более шампиньоны готовятся довольно-таки быстро с фаршем. Так что сейчас пока это пожарим. О, а то ребенок у нас что-то там вообще уснул. Сашка спит, а мы пока в огороде он занимаемся мангалом. Так что всем привет, Рома, Аня, мама. Те, кто меня знает, кто тут пришел на запахи к нам, передаем всем приветы. Всем привет. Всем, кого знаем. Да? О, молодец. О. Главное это делать быстро и непринужденно. Запахи нереальные. Люблю еду на костре. Это вышка. У вас тут любовь? Угу. Молодцы. Так, все, курицу мы сняли, господа. Понесли. Пересушивать не будем, ей много не надо. Поставили пока картошку. И сейчас пойдем. Что мы пойдем делать, Лен? Фаршировать грибочки, запихивать фарш в шляпки и принесем в эту же решетку, освободим и пожарим. Им сильный жар не надо. Надеюсь, будет вкусно. У нас первый опыт с этими грибами. Ну и надеюсь, мы завтра еще сходим, наберем настоящих грибов, для чего мы сюда и приехали. Как скворчит картошка, вы бы это слышали. Внутри масло подсолнечные, укроп, специи играют, и она там жарится вся, как в бульоне такая. Масло выливается, и иногда костер загорается вот так вот, да, из фольги масло льется. Но это нормально. Сейчас прольется, потом опять поставим. В общем, пока сейчас буду... Пока Лену заставил идти заниматься грибами, сейчас Лена сама там зафарширует их фаршем. Я, в принципе, рецепт показал. Сам процесс, как запихивать в шляпки фарш, я думаю, вам показать не обязательно. Вот, и просто так же на решетку и обжарим. Ну, по желанию, желательно фаршем вниз в первую очередь, чтобы он закрепился в грибах, а потом переворачивать. И решетка немножко, конечно, у Лены неудобная. Надо было сделать с бортиками глубокую. Ну, пожарим, какие тут были у них решетки. Не брал я с собой свою из дома. Так что сейчас пока картошку готовим. Главное, чтобы была не сырая. Ну и не пережарилась. О, опять заскворчило. О, опять. Урву-ка я у них кусочек. Пока я к ним пришел. Пока тут Лена фарширует наши уже промаринованные грибы. Фарша, кстати, ребят, если лишку остается, ничего страшного, можно потом котлетки сделать. Мы, в принципе, так и сделаем.
Так что грибочки получаются шикарные. Вот. Сейчас мяско попробую. Ой, какое вкусное мяско. Сашка не ест, жалко. По нам больше пойдет, значит. Так, к нам мяску. Ай, капризуля маленькая. Ну вот, ребятки, и поставил я грибочки. Жар хороший. Ну, и уже уголь уже припросел, в золу превратился. Вот самое оптимальное на таком угле сделать их быстренько. Я перевернул фаршем вниз. Вот, сейчас фарш там сначала сготовится, потом перевернем обратно, и будет красотень. Я вам так скажу, ребята, это что-то с чем-то и нереальная вкуснота и запахи. Я думаю, это будет бомба. Рецепт мне понравился, я его взял на заметку. Попробую попозже и скажу вам, как результат. Но это вышка. Правда, проблематично с ним заморачиваться, все вот это вычищать, чтобы грибок не разломался, все это зафаршовать. Ювелирная работа, я бы так сказал. Повозиться пришлось немало так с этим блюдом. Но я думаю, оно того стоит. Давайте переворачивать. Здесь вот они с фаршем, здесь эту сторону надо держать подольше, до румяной корочки, чтобы там куриный фаршик сочный, все это пропитывается курицей, все это в сливочном соусе. О, какой сок из них будет идти, как они будут играть красками. У меня уже там курочка стынет. Сейчас я еще поставлю картошку доделываться. Как только это все сниму, поставлю картошку, и все это будет финальная стадия. Картошку доделаем с вами. А это понесем. Сейчас еще вот буквально чуть-чуть вот ту сторону. И все. И потом еще эту переверну еще 2 минуты подольше, где фаршик подержу, чтобы равномерно все прожарилось. И будет красота. Такая красота, такая ляпота. Ух! Как раз потом у нас картошечка доделается, и все будет шикарно. Сегодня у нас 3 блюда на мангале. Опа! Курочка. Грибочки. И картошечка. Ну что может быть лучше? Опять Олег сделал 3 топ-блюда. Лена пока жарит из остатков еще котлетки из фарша. У нас ничего не пропадет. О! Картошка у нас получилась. Вроде ничего, не передержали. Так что вот, шикарно. Так что вот у нас тут уже поляна. Сейчас все будем пробовать и кушать. Ну все, мы садимся все пробовать, ребята. Нам приятного аппетита. Давай, Лен, снимай первую пробу, мне уже не терпится. Как получился гриб? Тебя больше интересует гриб? Ну да, все-таки с ним сегодня заморочки было гораздо больше. Это-то все банальное, как бы. Вот. Самое сложное было грибами. Я 2 часа их, наверное, только чистил. Вкусно. Все, значит, вкусно. Обязательно попробуйте приготовить такое. Ну, даже можно в духовке, мне кажется. Ну и в духовке их готовят тоже, да. Ну что, он там сочный, не пересох из него? Нет, нормально. Да? Ну ладно. Дай-ка я попробую. Давай, ложечку. Какой? Любой, помальче, чтобы в рот влез. А картошечку? Ну сначала, погоди, грибочек попробуем. Нифига себе. Реально вкусно. Раскрывается вот этот сок гриба. Лучок треп. И фасоли нормально. Очень вкусно, мне понравилось. Все,
Все шикарно. Так что все, мы кушать, пока все теплое и горячее. Нам приятного аппетита, вам тоже. Как всегда, лайкосик. Ждите вторую часть за грибами. Ну все, всем пока, до новых встреч.